Китайская компания Bitmain Technologies анонсировала создание первых продуктов для ускорения приложений искусственного интеллекта. Bitmain Technologies – ведущий производитель аппаратного обеспечения для майнинга криптовалют. Над этим проектом будут работать специалисты инженерно-технологического центра Bitmain Tech Israel. «Мы очень гордимся тем, что участвуем в разработке программного обеспечения SAFON», сказал глава Bitmain Tech Israel Гади Гликберг. Новые разработки могут применяться в различных сферах – от распознавания речи и изображений до усовершенствования систем наблюдения и робототехники.